Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если до этого я показывала вам плоды, завязавшиеся у томатов в теплице, то теперь понемногу буду показывать томаты, которые растут у меня в открытом грунте, которые я выращиваю без теплицы. Начну с тех, у которых уже завязались плоды и сформировались кисти. Я вот предыдущий ролик был про петрушу огородника, это сорт Санька. Вы видите, что сорт Санька завязался, томатики уже как яблочки, размером с небольшое яблочко. Очень хорошие завязи, на всех кустах, завязывается прям обильно. Но я тут по всем кустам не буду ходить, но вы видите, что я его еще не поднимала, привязывать буду к металлическому этому, вот здесь дуга у меня. Сорт Санька тоже идеальный сорт для открытого грунта, для тех, у кого нет теплиц. Если в теплицах я там показывала, что быстро спеют все, то вот эти томаты, они тоже быстро поспеют. Вы видите, они уже какие большие, у них много завязи, в принципе, они вот все улеплены, только тут они заросли, я их сейчас немного сформирую и потом покажу уже в спелом виде. Вот этот сорт Санька тоже будет в каталоге, потому что я уже говорила, что раньше времени каталог не выставляла, неизвестно было, какие вырастут, не вырастут. Нынче были и заморозки, и все на свете. Я не знала, какие томаты сохранятся. Но вот Санька пережил тоже все. Высаживала еще до заморозков, в холодный период. Сейчас он хорошо начал завязывать плоды. Сорт Санька, скороспелый, красный томат среднего размера. Потом я в спелом виде вам его покажу. Но вот этот сорт, кому нужны томаты именно для открытого грунта, ранние, кто хочет покушать поскорее, сорт Санька сможете выписать, заказать у меня семена. До свидания. Заходите ко мне на страницу. Обо всех томатах и перцах я там рассказываю. В Одноклассниках страница Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Добавляйтесь в друзья и будете получать все мои статьи и видеоролики. Всем рассылаю.